Доктор Марк был известным онкологом. Однажды он вылетел на важную конференцию в другой город. Однако через час после взлета произошла аварийная посадка в ближайшем аэропорту. Доктор арендовал машину и поехал на конференцию. Вскоре после того, как он выехал, начался сильный шторм. Из-за сильного дождя он свернул не туда и заблудился. Доктор наткнулся на небольшой дом. Дверь открыла женщина и сказала, что он может зайти и подождать. Женщина поставила ему горячий чай и сказала, что пойдет молиться. Сидя за столом и попивая чай, доктор наблюдал за женщиной, как она молилась, рядом с детской кроваткой. Врач понимал, что женщина нуждается в помощи, и спросил ее, «Чего именно вы хотите от Бога? Неужели вы думаете, что Бог когда-нибудь услышит вас?» Женщина грустно улыбнулась и сказала, «В кроватке мой сын, который страдает от редкого типа рака. И есть только один врач, его зовут Марк, который может излечить его, но у меня нет денег, чтобы позволить себе его». Потерявший дар речи, доктор Марк просто расплакался. Он прошептал, «Бог велик!» Он вспомнил все, что с ним сегодня произошло. Неисправность в самолете, шторм, из-за которого он сбился с пути, и все это произошло потому, что Бог дал ему возможность помочь бедным людям, у которых нет ничего, кроме молитвы.